есть такая вспомогательная историческая наука – фалеристика. Она изучает медали, ордена, значки. Эти предметы имеют не только историческую ценность, но и интересную легенду возникновения. В Национальном музее Республики Башкортостан открылась самая патриотическая выставка «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». Здесь собраны агитационные плакаты времен Великой Отечественной войны. Этот год юбилейный для нашей страны, нужно уже настраиваться на 9 мая. Экскурсия с классом сюда – отличный вариант прокачать себя в истории. Этими знаками отличия награждали рядовых и младший офицерский состав русской императорской армии, рабочей крестьянской Красной Армии и Советской Армии на протяжении 200 лет. Многие экспонаты, ордена, медали, значки – это предметы личных коллекций. В Национальный музей они привезены лишь на время. Некоторые ордена в День Победы займут почетное место на груди у ветеранов, которых с каждым годом все меньше и меньше. В этом году мы отмечаем юбилей Великой Победы. А здесь, на выставке, вы можете увидеть наградные значки, медали ветеранов Великой Отечественной войны и военные предметы быта, оружие, костюмы. Обязательно сходите. Аделия Ильбульдина, Рамазан Мусин. Специально для Горы Новостей.